Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодня обещанное видео о том, как прочувствовать грудные мышцы. И в этом нам с вами поможет профессионал IFBB Аксель, с которым мне посчастливилось потренироваться. Он показал мне шикарное упражнение, которое действительно позволяет прочувствовать грудные мышцы, внутреннюю их часть, что совершенно сложно для большинства тренирующихся. Спортсмены со стажем знают это. Я надеюсь, все, кто смотрит мои ролики, понимают, что мышцу нельзя напрячь в каком-то определенном участке, внутреннем или внешнем. Мышца работает всегда целиком и полностью. Но прочувствовать мышцу любую можно. Лучше всего грудные мышцы я чувствую, когда выполняю пэк-дек. Пэк-дек – это упражнение, по-другому называется бабочка. Вы видите его сейчас на своих экранах. Вы можете сконцентрироваться идеально на этом упражнении, не боясь получить травму. А я настоятельно рекомендую выполнять именно это упражнение, а не разведение гантелей. Разведение гантелей требует больших весов, что может и в большинстве случаев приводит к травме плечевого сустава. В пэк-дек вы контролируете каждый участок движения, амплитуды, при этом можете работать с достаточно приличными весами. Но вернемся к грудным мышцам. Можно упражнение, о котором я сегодня вам буду рассказывать, а Аксель будет показывать, выполнять как в суперсете с жимом гантелей на наклонной горизонтальной скамье, либо как отдельное упражнение. Смотрим, как это делается. Берется клин и зажимается между ладонями. Руки нужно максимально по возможности расслаблять, а кистями сдавливать блин и опускать его на грудные мышцы и над головой, если вы будете делать под наклоном, как вы видите на видео. Если будете выполнять данное упражнение на горизонтальной скамье, то нужно поднимать блин перед собой. В наклонном варианте поднимаем над головой. Данное упражнение, как только вы его прочувствуете, вы прочувствуете свои грудные мышцы как никогда. Мы выполняли в тренировке именно после того, как сделали пэк-дек, жим лежа, и поработали в суперсете с жимом гантелей. После жима гантелей мы выполняли данное упражнение. Грудные мышцы наполняются кровью, вы буквально чувствуете и видите на глазах эту работу. Колоссальное напряжение, концентрация. Главное не переборщить с выбором веса блина. Поначалу я советую попробовать с небольшим весом, килограмм 10. Главное расслабленные руки, сжимать блин ладонями и, естественно, напрягать, постоянно держать в напряжении ваши грудные мышцы. Попробуйте данное упражнение, отпишитесь в комментариях, как вам оно понравилось. Если у вас есть вопросы к Акселю, задавайте их. Если вам хочется, то я выложу тренировки с Акселем. Мы успели потренировать грудные и бицепс, спину и заднюю дельту. Шикарнейшее упражнение. Буквально с первых повторений вы чувствуете жжение в грудных мышцах, особенно если работаете суперсетом. Но можно данное упражнение выполнять, повторюсь, и как отдельное упражнение для грудных мышц. Хуже не будет, но не забывайте, что форма грудных, как и любых других мышц, задана генетически. И изменить ее можно только просто путем увеличения мышечной массы. Нельзя каким-либо упражнением воздействовать на внешние или на внутренние части грудных. Всегда старайтесь работать концентрированно в любом упражнении. Только тогда вы будете получать отдачу от ваших тренировок. Естественно, это касается уже не новичков. Новички должны дойти сначала до определенных рабочих весов, чтобы получать отдачу от своих тренировок. Никакая тренировка не даст вам
того необходимого результата, если ваши веса смехотворны. Поэтому, не устаю это повторять, первые 1.5-2 года потратьте на увеличение своих силовых показателей. Каких? Смотрите в моих статьях «Ступени», где я пошагово рассказываю, как с полного нуля выйти на уровень «Новичок» и перейти на средний уровень. Когда вы будете уже работать с серьезными весами, и можно думать о периодизации, думать о том, как работают ваши мышцы, чувствовать ваши мышцы во время работы и получать отдачу. Но не забывайте, что лучшее упражнение для грудных мышц, работающее сверху донизу, снаружи вовнутрь и снутрь наружу, это брусья. Ничто другое не даст вам такого же эффекта, как отжимание от брусьев. Ни жим лежа, ни какое-либо другое упражнение. Девчонки, не пропустите! В следующих выпусках я расскажу вам о том, как правильно тренировать грудные мышцы. Нужен ли жим лежа для девушки? Если нужен, то когда, зачем и как его выполнять? А также расскажу о конкретно нужных 2 упражнениях для грудных мышц именно для женского тренинга. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!